Ребятки, всем привет! Под тем видео про нерфы 2018 года, вторая часть, набралось 2 лайка и еще один подписчик. Ребят, мне это нравится, я буду выпускать еще больше таких видео. Сегодня еще одно видео. Как вы знаете, ребят, есть водные бластеры Супер Сокер. Я сегодня расскажу про 2 новые экземпляра 2018 года Nerf Super Soccer. Обязательно вам все покажу, расскажу и поведаю. Итак, ребят, думаю, это где-то тут. Вот так. О. Ну, короче, вы поняли, тут такой сайт большой. Вот прошлые нерфы. Ну и 2018. Переключаем. И смотрим, где же этот бластер. Точнее, эти бластеры. Как вы видите, тут еще много интересного, чего я вам могу рассказать. И вот. Тогда же 3 нерфа могу рассказать. Итак. Ребятки. Такого нерфа тоже нету. То есть вы его не найдете почти нигде. Ну, а я начну рассказывать. Вот такой вот нерф Супер Сокер. Как вы знаете, есть нерф Супер Сокер Дарт Файр, который стреляет и стрелами, и водой. А тут его версия. Только немножко другая, наверное. Нерф придумала 2 версии. Это который стреляет и стрелами, и водой. А тут, который с бензопилой и водой. Видите, вот крутяшка, это бензопила. Вот крутится она. Приклад, честно говорю, неудобный. Вот этот красный приклад. Он совсем неудобный. Зато стреляет он сразу 2 строями. Смотрите, ребятки. Видите, тут 2 дула. То есть 2 встроенный он будет стрелять. И название наконец-то. Ripstorm. Или Ripstorm. Это, по-моему, мы говорим очень так Ripstorm. А если так, ну, чтобы вы научились говорить на английском, то это Ripstorm. Это так, типа, как англичанин говорю. Точнее, американец. Второй бластер. Dread. Что-то там Dread Sheep. Честно говоря, не знаю. Но первый это Dread. Это, скорее всего, бластер тоже Супер Сокера. У него вот крышка зеленая. Это для того, чтобы воду туда. И, в принципе, тут нечего рассказывать. Но зато это новиночка, я вам показала. Ну, там все, обычная рукоятка, насос. Ну, и обычный, в принципе, бластер. Но зато... Да, понятно, ничего интересного, но это новый бластер, чтобы, ну, вы узнали, что такое вот еще есть бластер Супер Сокер, для того, чтобы вам поведать. Ну и еще один бластер. Супер Сокер от последний. 2 прилива, ребятки. Ну, вот тут же есть чего рассказать. Видите, тут сдвоенное дуло одинаковое. Вот насосик. И главное, что он более, как, знаете, под воду выглядит очень стильно. Так, чтобы вот там бум-бум-бум, сразу 2 струи так водой прям все льет, льет, льет. Честно, у меня нет ни одного суперсокера, но этим годом, чувствую, они у меня появятся. И будет лететь, брызги просто во все стороны от таких бластеров. Ну, а если вы хотите еще одну часть, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!